эфире очередной нашей передачи нам позвонил телезритель и спросил, а знаете ли вы, кстати, спасибо всем, кто заметил наш сериал «Екатеринбургские тайны», который выходит на СГТРК каждый вторник. Так вот, наш доброжелатель спросил, а знаем ли мы, что по нашему городу не больше, не меньше, а прошел ледник и оставил весьма убедительные доказательства. Показалось, что эту тайну нам непременно надо разгадать, хотя тайна – это то, что давно забыто. Вот мы приехали по указанному адресу. Здесь парк красивый, березовый парк. Это бывшее кладбище, кладбище еврейское, лютеранское, католическое. И посреди вот этого парка всего одно надгробие. Мы читаем «Знаменитый уральский горщик Зверев Данила Кондратьевич, 1858-1938 год. Вы точно нашли могилу? Да, она самая, но не, камень стоит не на могиле, как вам сказать, объяснить. Вот, допустим, могилка папина, да, у него вот здесь вот росло в ногах дерево, сосна с двумя такими отростками, корень был один, а два стебля, и вот и по этому вот корню, около этого корня и поставили этот памятник. Данила Кондратьевич Зверев – имя на рубеже веков легендарное, сегодня почти забытое. Абсолютно неграмотный мужик, вместо росписи он ставил три креста. Так вот, этот мужик из Колташей на Аяте исследовал вдоль и поперек всю уникальную кладовую – Мурзинско-Адуйскую самоцветную геологическую полосу. И, видно, ему свыше был дан тайный знак видеть то, чего не видят другие. Вот почему он находил редкие камни первой значимости – рубины, сапфиры, изумруды, бархатисто-фиолетовые аметисты, другие поразительные по красоте кристаллы. А то, что он был приметлив, умен, удачлив, говорит уже первая его находка. Начал отец заниматься камнями вот рано, с 7 лет, когда он жил у бабушки. А бабушкина избушка, как рассказывали, ну, домик маленький был на краю села. И когда вот эти горщики, уходя в лес, это весной и возвращаясь уже по первым заморозкам из леса, останавливались для того, чтобы передохнуть у этой бабушки. И он всегда слушал и прислушивался. У них разговоров было много, кто хвастался, что друг перед другом. Вот он в этот раз что нашел, а другое бывало ни с чем. И он заинтересовался и стал у бабушки проситься, чтобы она его отпустила с кем-нибудь в лес. Но однажды у него такой был, подвернулся случай, что был в лесу и началась сильная гроза. Ему было некуда деться, он спрятался под корни вывороченного большого дерева. И когда он вверху посмотрел, видит, что на корнях висит просто не то стекляшка какая-то, не то камушек. Он этот камушек забрал. Ну, ради интереса, мол, дескать, домой отнесу. А бриллиант, это же алмаз, а алмаз в натуральном виде, он некрасивый, он совершенно не привлекает человека ничем. А когда он домой принес и показал вот этим возвращавшимся горщикам из леса, один, не говоря, что это за камень, дал какую-то там ему определенную сумму денег, он обрадовался, что он бабушке сможет помочь. А потом через опять какой-то период вот горщики опять появляются в этой избушке и говорят, ну, Данилушка, твой-то камень здорово помог тому человеку. Он стал очень богатым. С тех пор минуло 130 лет. Много редких камней ушло с Урала в российскую казну. Самые уникальные засверкали в августейших коронах.
По многим даниловским заимкам прошлись уже охотники за сокровищами, да еще с мощной техникой. Но что-то земля еще и хранит. Правда, наивно полагать, что каждый, запнувшись, может поднять на дороге или где-то в горной расщелине свой драгоценный амулет, соответствующий вашему знаку зодиака. Но вот какой же камень считал наиболее красивым наш известный горщик? Он больше любил горный хрусталь. Если еще находил хрусталь в друзах красивый, да, то для него это было все. Он и мыл его, и так повернет, потому что горный хрусталь, если хорошие крупные куски, то там можно было и фантазировать, и замки, и если мелкие, но их много лежит на подушке, то он говорил это, ежики. Он больше любил горный хрусталь. Горный хрусталь – это, в общем-то, обыкновенный кварц. Но вот оракулы считают, что это камень ясновидящих, что хрусталь связан с так называемой кожей планеты, через которую можно воспринимать и космос, и астральный мир. Из глубины веков светятся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых, крутые лбы, окладистые бороды, до восьмого десятка лет свежесть кожи, ясность взора, мыслей. Вот такими по-солженицынски мне видятся уральские горщики. Кто они? Это люди, которые всю жизнь занимались поисками минералов. Знатоки камня, ценители камня. Но если сказать о них только так, значит сказать только половину правды. Потому что это люди со своеобразной психологией, складом характера, ума, мировоззрением. Это люди со своим мироощущением, миропониманием. Образно говоря, это полуграмотные, рафинированные интеллектуалы. Не каждый, хотя поисками камней и занимаются очень многие люди, но не многие из них достигают, допустим, таких вершин, каких достигли Зверев, Калугин, Китаев, Шахмин или кто-то другой. Я называю только гигантов среди этих горщиков. Значит, каким образом происходила вот эта вот трансформация того энергетического потока, который шел от геологической природы в человека, это тайна. Возможно ли ее раскрыть или невозможно, трудно сказать, но мне кажется, все-таки пусть она остается тайной, поскольку это в какой-то мере украшает нашу жизнь. Данила Кондратьевич Зверев был трижды женат, имел 9 детей, 5 из них сыновья. Они также посвятили себя камню. Но основатель династии обработкой не занимался, только поисками. Сыновья преуспели в огранке. Имена троих вошли в историю камнерезного дела края, они гранили рубиновые звезды Кремля. Их работы в музеях мира, на различных выставках. Но все они умерли практически в бедности. Один из них в войну даже от голода. Сегодня из детей Зверева осталась только младшая дочь, Муза Даниловна. Отцу было 66, а маме 26. Интересная была вообще-то история. Конечно, мужчине 66 лет, и вдруг у него рождается ребенок. И вот он решил пойти меня регистрировать. Пришел, ему говорят, что дедуля, ты не туда попал. Он туда заворачивается, берет меня, говорят, в пеленках. Приходит туда и говорит, вот вам мой ребенок, и регистрируйте его. А ему говорят, где-то его украл. Он говорит, это мой, ну приведи тогда жену. Ну помню, по-моему, мама пошла с ним, тогда только зарегистрировали. Последние годы жизни Данилы Зверева были самыми сложными. За ним началась слежка. Что он принес из леса в очередной раз? С чем пришел на гранильную фабрику? Посмотрите внимательно на эту фотографию. На ней Данила Кондратьевич, которому вроде бы в помощь приставили студента. Непростого, из ГПУ, в Кожане, с пистолетом. А если пистолет висит, по законам драматургии он должен когда-то выстрелить. В одну из жутких ночей 1934-го страшный фургон остановился на улице Октябрьской революции у дома Зверевых. Но на следующий день Зверева отпустили. Правда, заставили работать экспертом в ГПУ.
конфисковали, как можно сказать, у людей драгоценности, броши, серьги, кольца, кулоны. Даже в другой раз и зубы вырывали. Говорили, что стране нужен металл, чтобы за границей на него приобрести там станки, оборудование какое-то. И поэтому, не разбирая, кто человек, как он нажил эти драгоценности, все отбиралось. Достаточно было сосед на соседа скажет, что у него что-то есть. Все, ночью приезжает, как говорили, черный ворон, и все увозит. По конфискованным предметам Зверев узнавал, кого из ювелиров в очередной раз взяли. Стало быть, его кто-то предал. Хуже всего, что подозрение падало на старого горщика. Осенью 36-го года Данил Кондратьевич пришел домой и слег. А спустя 2 года, не дожив несколько дней до своего 80-летия, он скончался. В 1998 году была издана Уральская историческая энциклопедия, но в ней нет справки, которая была бы посвящена уральским горщикам. Значит, эти горщики, их история, жизнь, деяния прошли как-то мимо, и мимо историков, и мимо краеведов. Да, в некоторой степени их можно понять, потому что мир, в котором жили эти люди, он являлся закрытым, камерным, интимным. Туда не так просто было попасть, это во-первых. Во-вторых, горщики, ну, будучи в большей части своей малограмотными или полуграмотными людьми, практически не оставляли после себя никаких письменных свидетельств. И очень редкий случай, когда мы в настоящее время можем воспользоваться воспоминаниями кого-нибудь из них. Что же это такое, уральские горщики? Я еще раз повторяю, это уникальное, неповторимое явление. И, может быть, даже не только в истории Урала, но и в истории России. Пока мы имеем то, что имеем. Улицу на Пионерском поселке, недавно названную именем Данилы Зверева. И этот погребальный камень, на который нам указал, и спасибо ему, неравнодушный наш телезритель. Именно здесь обозначено место, где покоится прах знаменитого уральского горщика Данилы Кондратьевича Зверева.